Мегадон чемпион. Об этом стало известно по итогам 7-го тура чемпионата города по мини-футболу, прошедшего в минувшие выходные в спорткомплексе «Олимп». Одержав 7-ю из 7 возможных победу, команда стала недосягаемой для своих конкурентов при любом исходе заключительной игры против «Монремспорта». Последней жертвой Мегадона стал «Союз», который проиграл со счетом 2-8. И если за золото первенства борьба закончена, то за две оставшиеся медали она в самом разгаре. Центральной встречей тура стало противостояние «Олимпа» и «Атомной». К игре команды подошли с равными показателями по набранным очкам, деля второе и четвертое места между собой и исходом. Равная игра равных соперников так и не выявила победителя. 0-0 – нехарактерный для мини-футбола счет на табло по итогам 40-минутного противостояния. И первая ничья в чемпионате, которая на руку главному конкуренту «Олимпа» и «Атомной» в борьбе за серебро первенства команде «Исход».